Ребят, привет! 14 сентября 2021, Риолинда, Калифорния. И вот одна из наших бургманзи цветет. Специально дочу поставил рядом с кустом. Посмотрите, какая красота. Это розовая бургманзия. И цветки у нее двойные. Эти вся увешана. Очень красивая. Второй год растет это растение здесь в грунте. Хорошо развивается. Вот такая красота. Все, дочь, спасибо. Сейчас покажу вам цветок. Эти масса бутона. Вот такие цветы интересные у нее. Какие-то инопланетные. Смотрите. Очень красивые. Вот такие. Еще куча бутонов. Сам цветок огромный, конечно, по размеру. Я думаю, в пределах 30 сантиметров, если вот от основания. Вот такая красота. Бругманзия или дурман древовидный. Их масса сортов существует. Пытался я сделать прививочку. Пока у меня не получилось. Не знаю, возможно ли вообще привить бругманзи. Если у кого-то опыт есть, ребят, подскажите. Или ссылочку на видео, кто делал. Я пока не нашел в англоязычном интернете никаких ссылок по поводу опытов прививок. So, thank you for watching. Bye-bye.